Петровича Сюткина в преддверии праздника каждая школа старается пригласить к себе. И трудно уже в таком возрасте герою, но желание объяснить детям, что такое война и как нужно беречь этот мир, дает силы. Конечно, много есть информации в книгах, фильмах про Великую Отечественную войну, но нам очень интересно узнать из первых источников, от людей, которые знают больше, чем написано в книгах. В тельняшках и без козырьках девятиклассники. Их класс носит имя контр-адмирала Владимира Быкова, героя Советского Союза, к сожалению, не дожившего до наших дней. За что присваивают такое высокое звание, детям объясняет Павел Сюткин. Кстати, его имя носит 7 А-класс в 14-й школе. Золотая звезда героя Советского Союза. Что это такое? Это знак особого отличия. Павел Сюткин любил акробатику и мечтал стать цирковым артистом. Но ушел добровольцем на фронт в 1942 году с Брянщины и дошел до Восточной Пруссии. 5 раз горел в бронемашине, пережил ранение и контузию. Ребята, это обыкновенный крестьянский мальчишка, босоногий, который бегал по улицам, играл в лапту и мечтал закончить институт. Но война позвала его защищать родину. В 21 год первый бой, и в 23 он закончил войну, дважды представлялся к званию Героя Советского Союза. Но награда нашла Сюткина уже в мирное время, спустя десятилетия. Поэтому фактически Герой Советского Союза получил орден Героя России. Сегодня Сюткину 97. Он, как и в прежние годы, активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. Объясняет ребятам, что угрозы были и будут всегда, и дело каждого поколения – защитить свою родину. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.